Дальше подниматься нельзя. Перекрыто все. Ну, а тут указательный грот сквозной. Ух ты, посмотри туда, спуск какой. Серёж! Да уж, какой тут спуск. Вот еще ниже и ниже спускаемся. Вот отсюда мы спустились. И нам еще вот туда вниз надо спуститься. А потом подняться. Ой, какое море чистое. Посмотрите, какие спуски и подъемы. Дерево. Там люди идут. Ну, видите, как тут держаться надо и спускаться. А вот вам еще, пожалуйста, спуск. Ну, надо же грот посмотреть. Обязательно сквозной. Вот идем. Преодолели мы вот этот путь, спустились. Так, ну теперь вроде бы как... О, написано вот осторожно, опасно для жизни, возможен камнепад. Пойдем в сквозной грот. Ух ты! Сереж, ты где? Ой-ой-ой. Как тут смотреть под ноги? Ничего не видно. Хорошее место, не зря шли. Туда спуск есть к воде? Нет. Не дойдешь. Почему не дойду? Можно же спуститься, Сереж? Хочу посмотреть. Если что, буду кричать. А, все, я дальше не спущусь. Тут уже все. Спуска нет. Опасно мне прыгать. Ну вот. Как-то так.
Запах такой свежий тут. Приятный. Так, а что у нас с этой стороны? Тут тоже выход к воде. А, тут вообще не спустишься. Вот, видите? Ну, все фотографируются. Видите, какой гроб сквозной. С этой стороны даже лучше сейчас видно будет, наверное, гроб, потому что солнце светит с воды. Видно, что он сквозной. Вот я сейчас выхожу. Муж у меня опять убежал. Где-то впереди. Понравился тебе, Сереж? Ну да, необычно, да? Где мы только не были, такой необычный. Интересно, там, наверное, какой-нибудь кораблик подплывал. Нет. А что там было? Там это... наблюдали движение судна, а отсюда выходили пираты. А, корабли. Точно, да. А там ушел торговый путь. На Анапу, на ту же самую. На... Разведчики, на короче, были там. Здесь пираты стояли. Вот здесь, бухта пиратов. В общем, мы рекомендуем. Пошли. Выходим. Сейчас, Сереж. Поднимаемся мы наверх уже. Посмотрели мы грот. Здесь везде указатели. Так что не заблудитесь. Сейчас опять присядем и будем отдыхать. Вот эта тропа. Есть что посмотреть. Уж если вы в новом свете. Фух, запыхалась. Так. Ну, у нас перерыв. И дальше направляемся в рощу Можжевелова. Очень красивые места. Ну, без привычки тяжеловато, кто никогда прогулки не делает. Но я стараюсь в Анапе ходить хотя бы 3 раза в неделю, по 1,5 часа. Не сильно устаешь. Но вот люди, видите, перешагнули все барьеры и все-таки поднимаются на самый верх. Кто-то уже спускается. День 27 сентября 2021 года. Пойдем,